В соответствии с указом президента России Владимира Путина и по поручению Главного управления МЧС России по Республике Дагестан в целях подготовки населения к действиям по сигналам гражданской обороны «Внимание всем» и при угрозе возникновения военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 27 апреля на территории Каспийска прошел комплекс мероприятий с практическим развертыванием систем гражданской обороны. В подготовленном укрытии в цокольном этаже многоквартирного дома 98Б по улице Ленина состоялся осмотр помещения заместителем главы Забиром Загировым. Начальник отдела организации мероприятий гражданской обороны и первоочередного жизнеобеспечения управления ГО ИЧС Арсен Каргиев доложил о готовности проведения мероприятия, после чего состоялся осмотр готовности агитационных материалов, а также информационных щитов по гражданской обороне, размещенных в подъездах многоквартирных домов жилого комплекса по улице Ленина 98, 98А и Б, а также места размещения населения, санитарный пост, запас питьевой воды, санузлы и информацию по порядку эвакуации и убытию населения на сборный эвакуационный пункт номер 22, развернутый на базе МБУ Каспийский центр образования номер 15. Прибывшее население в соответствии со схемой сборного эвакуационного пункта проходит процедуру регистрации учета, получает средства индивидуальной защиты, после чего производится посадка эвакуируемого населения на автотранспорт для дальнейшего убытия в безопасный район в составе автомобильной колонны. Докладчик демонстрирует порядок работы. Работа администрации сборного эвакуационного пункта, подготовленные помещения, порядок формирования эшелонов, посадки эвакуируемого населения на автотранспорт и убытия в безопасный район.